Мама, я в Днепре, меня эвакуировали. Она такая, да, серьезно? Я говорю, да, только у меня, я говорю, есть. Я говорю, две новости, одна хорошая, одна плохая. Хорошо, давай, говорит, с плохой. Говорю, мама, у меня, говорю, оторвала мне конечность, говорю, левую ногу оторвала, говорю, выше колена. Слышу, что уже вот этот, по голосу ты, ну, ты маму свою, каждый человек знает свою маму, и ты уже начинаешь понимать, что вот-вот она сейчас расплачется. А потом резко включаю камеру, говорю, ты хорошую же новость не послушала. Она говорит, какую? Я говорю, ну смотри, говорю, на носках мы теперь экономим. Говорю, левое колено у меня в старости не крутит. Она, смотрю, она хоп, изменилась сразу. Она увидела, что я не упал духом, ничего. Говорю, поэтому, мама, говорю, плюс я, говорю, буду выглядеть на протезе брутальнее, говорю, мужественнее. Поэтому все супер.